Очередной праздник двора провели в Первоуральске. На этот раз веселье устроили на улице Трубников. Вместе с малышами активисты устраивали волшебные полеты на метлах, управляли воображаемыми автомобилями, а также перевоплощались в экзотических зверей. Еще громче! Тогда на старт! Внимание! Марш! Полеты на метлах, словно из сказок про Бабу-Ягу или Гарри Поттера, танцевальные флешмобы и догонялки с медведем. Для местной детворы организаторы праздника специально продумывали каждый конкурс. В этом дворе мы были 10 дней назад, проводили здесь праздник двора. Детей здесь очень много, территория достаточно большая, детям очень все понравилось, и они очень просили, чтобы мы приехали к ним еще раз с этим детским праздником. Сегодня у нас новая программа, сегодня мы снова приехали. Вы видите, что действительно детей очень много. В празднике двора принимают участие даже самые маленькие. 3-летняя Даша Русинова сегодня впервые отважилась поиграть в догонялки и потанцевать вместе с ребятами постарше. Первый раз во дворе столько детей вижу много вечером. Очень понравилось. Дочке очень понравилось участвовать в конкурсах, танцевать. Рады празднику все. Детские песни и танцы не могут не заставить улыбнуться. Атмосфера во дворе на Трубников, как в СССР, когда праздники отмечали всем двором. Да, можно сказать так. Но сейчас, можно сказать, интереснее. Уже более современно. Ребятишки с удовольствием играют, так что нормально. Хорошо. В ближайшее время подобные праздники пройдут и в других дворах Первоуральска. Уже завтра веселые конкурсы, музыку и хорошее настроение привезут на улицу Емлина. Данила Шестаков-Суворов, Никита Нехорошков, Михаил Пиранков. Служба народных новостей.